автобусная полоса предназначена только для автобусов. Здесь даже останавливаться нигде нельзя. Мы выезжаем и попадаем на нее. Мы выехали, мы в любом случае попали на нее. Угу. Но мы потом встали и выехали, правильно? Угу. Мы не ехали по ней. На остановку, если надо, тебе подъехать, либо сворачивать, ну, направо. Угу. Ты можешь перестроиться не там, где эта баба на джипе перестроилась. Угу. Вот. А именно вот, где прерывистая начинается, вот видишь, вот здесь угу. ты можешь перестроиться. Выезжаешь с поворота, ты не можешь по прямому направлению поехать, ты должна перестроиться, а потом поехать. Но у нас, видишь, люди как бы считают, что вот сзади таксист идет, докуда он идет? Идет, идет, идет. Доехал до прерывистой и пошел направо. Так, мы прямо едем, вот наша полоса. Ну, у нас, видишь, люди не дожидаются, пока загреется зеленый, там пока люди выйдут с автобуса, он уже начинает так же трогаться. Ну, человеческий фактор российский. Все куда-то спешим. Я потерялась, где мы находимся? Где мы находимся? Что-то... На Дендрарии. Знаешь, что такое Дендрарии? Дендрарии знаю. Краснодарь... А, это уже Волочаевская. Незнакомая. Но это тоже маршрут, кстати, может быть. Поехали. Угу. Это тоже может быть маршрут. Перекрестки или с Ленина мы поедем направо. Да, в ямке. Бывает.
переходов нет, смотри. Нет. Крути руль. Крути, крути, крути. Мы в первый ряд должны попасть. Вот. Автобус пропускаем. В любом случае. Даже если он бесповоротник. Парковка. Угу. Знак. При наличии такой парковки, таблички, можно останавливаться и ставить машину на стоянку, даже если там стоит знак «Остановка запрещена». Угу. Но при наличии парковки на нее не распространяется. И показано, как остановка, надо ставить. Остановка, да? Да, как поставить машину. Кто-то кого-то пропускал, всем пофиг. Народу да нет, он скорее всего забыл вообще выключить. Да? Да. Так, красный еще горит пешеход. Да. И знак 40 был. А я что? Ничего, я просто. Нет, тебе... я вообще. Здесь говорю, левый поворотник. Я... Левый поворотник. Я... Зеркало. Как успеть? Как успеть? Что успеть? Увидеть все? Да. Ну как, это опыт. Это практика должна быть. С практики-то, мы все да. Теоретики. Сгорел автобусник. Ну, конечно. Он забыл выключать. Угу. Ему кто-нибудь моргнул, что ли? Да зачем? Скоростно много. В левый ряд уходи, левый поворотник. Ключей нету никого, посмотри в зеркало. Нету. Мы пошли. Включай поворотник. Ой, да пошел он, смотри, он вообще беспределом занимается. На стоп-линию поехал? Да. Ну, видишь, он, он на сцеплении стоит на скорости, А-а-а. Он не выключает передачу и подкатывается. Но уже на стоп-линию он конкретно зашел. Ну, и так. Зачем газовать, когда он... Что он делает? Я вообще не знаю, что. Поехали. Ну, а он на аварийке едет. Да? Да, у него а, не у поворотник, один, а аварийка. Что он делает. Если видят, видишь букву У, значит думают, что мы остановимся или еще что. Я же когда-нибудь ради принципа вообще не стану вмешиваться. Угу. Прижался, да, такой? Ну, я даже и не поняла, что, куда и как. Право поворот не включай. Направо еще по маршруту пропустим, где поехали, 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 поехали. Вот так. Включай поворот. Ну давай быстрее проходи, откуда он там появился. На меня, на меня. Пешеходов не было? Не было. Посмотри налево сразу, никого нет. Сзади. Назад налево. Нет. Поехали. Левый поворотник, зеркало. Поехал, 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 поехал. Включай поворотник. Вот по второму ряду едет. Чуть-чуть левее возьми. А левее это не право. Вот. Да у меня просто. Что просто? Все просто, едем просто.
движение по полосам сверху перед светофором, ну, над светофором, uh-huh. перед перекрестком, указывает направление наше. Если да. нам вперед, ну, как бы мы прямо определяемся, да. Вообще нет. В какой полосе мы двигаемся. По какой? Стоим, 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 стоим. Не пересекаем. Ту-ту-ту-ту. У тебя впереди светофор, uh-huh. вот загорится зеленый, посмотришь, все пешеходы прошли, машины uh-huh. поехали. Газуй, 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 нет никого же. Ты держись вот сплошной линии слева. Еще нужно все видеть, а еще уметь вот, двигаться с одной скоростью, с максимально разрешенной на данном участке дороги. Блин, да, да. Настя, побей всю машину. Надо бить машину. Налево, левый поворотник. Включай поворотник. Все, 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 ты вышла. Первый перекресток, после которого можно ехать более чем 40 км в час. Ну, совершенно максимально. Левый поворотник. Пропускаем машину и в левый ряд на нем. Ходи. Вот так вот. Включай поворотник. Здесь опять же повернуть нам никуда нельзя. Движение прямо. Держится. Да. Ну точно. Точно? Точно. Он не держится. Это мы сейчас будем проехать или прям там? Мы? Блин, мы проехали, сверху движение по полосам было, и там стрелочки показывали только налево. Угу. Так что можешь включить поворотник. В два ряда поворачиваем. Эти ребята справа и мы. Поехали. Если мы за зебру заедем, значит мы выходим на перекресток. Поворачивать будем ближе к встречной полосе слева, которая вот, посмотри налево, вон там. Да. А вторые, которые ребята поворачивают, второй ряд справа, они ближе к светофору, а мы ближе к встречке. Еще чуть-чуть вперед пройти. Вон, посмотри налево, у них конец полосы, вон синий знак. Видишь? Вижу. Мы когда поедем по своей полосе, они должны нам уступать, как там дорога сужаться будет. Да, да, да. Пошли, 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 пошли. Газуй, 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 не бойся. Газуй.
видишь, 8.2. Угу. Вот сейчас уже точка 3. Угу. Вот мы от троечки считаем. Будет шестерочка, тогда поедешь более чем 40. И газуй. 40, держи стрелочку. 100 метров проехали. Знак такой же в ту сторону уже, конец. Меняет, но мы да? Да, но мы едем, вот сейчас уже можешь ехать более 40 км. 300 метров мы проехали. Правый поворотник включи и в правый ряд сейчас пойдем. Мы по двум полосам как-то с тобой едем. Вот так вот. Включаю поворотник. Здесь везде можно на обочине останавливаться. Если нет обочины, рядом с проезжей частью, с краем проезжей части. Сейчас просто едьте и привыкай немножко. Возле бордюры можно остановиться справа, если у тебя будет еще, когда ты будешь стоять, и от тебя еще будет место, чтобы люди не задевали сплошную, когда проезжают. Тогда вот я вижу, что здесь они задевать не будут. Здесь вот, допустим, можно остановиться вдоль бордюры. Сейчас стоит микроавтобус и грузовик, остановка запрещена там, хотя вот есть как парковочка, да, но она не обозначена. Вот еще знак, остановка запрещена, но там написано от знака, тут до знака тоже вот знак 40, причем он такой незаметный. Перекресток. Ближайший перекресток. Вон, видите, главная дорога. Угу. Вон там перекресток. Там уже можно ехать более чем 40 км. Не после знака, а именно после перекрестка этого. Угу. Потому что знак стоит ближе, чем перекресток. Важный знак стоит за пешеходным переходом, сразу его вот не видно. Да. Знак остановка запрещена на протяжении 100 метров. Угу. Это тоже очень интересно. 100 метров отмеряется вон 82,5, угу. Было 4, сейчас 6 будет. Грубо говоря, уже вот здесь уже можно останавливаться. 100 метров мы проехали. А здесь ошибки какие, когда инспектор говорит, ближайшее место для остановки выберите. Угу. И все, ученик увидел знак, остановка запрещена, не обратил внимания протяженность этого действия знака. И все. И до перекрестка едет. И он его здесь останавливает, все, до свидания. Говорит, почему? Там же знак стоял. Он говорит, какой знак? Остановка запрещена. Он говорит, я ехал, хотел перекресток переехать. Угу. Он не увидел, значит. Правый поворотник, да, зеркало, зеркало. И знак был там, остановка запрещена. Ой, как бы это научиться все быстренько. Да это со временем смотреть, все привыкнешь, еще не пальчик. По зеркалам, даже. По этим. Да это нормально все. Все учатся. А это была улица Промышленная, она тоже экзамен тут будет, ну, возможно. Угу. Так что... Сейчас мы уезжаем туда, да, включить. Направо, конечно.
повороте направо мы обращаем внимание пешеходов. Угу. Пропускаем. Да. Там машина повернула в левый ряд сразу, так нельзя. Мы выходим, нету пешеходов, крути на меня, крути, 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 поехали, 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 поехали. Вот. Мы выехали на улицу Карломорца, в сторону аэропорта. Здесь тоже везде можно останавливаться справа, ну, 5 метров до выезда и после выезда 5 метров надо выдерживать.